Здравствуйте. Год 2023 уже почти история. И он, несомненно, войдет в историю как время, когда начал формироваться новый многополярный мир. Страны, которые больше не желают принимать западноцентричную структуру построения миропорядка, в полный голос говорят о том, что гегемония США и их союзников уходит в прошлое. В Беларуси 2023 год был годом мира и созидания. Благодаря народному единству, сильному национальному лидеру, верным друзьям и стратегическим партнерам нашей стране удалось сохранить мир и проводить созидательную внешнюю и внутреннюю политику. Об этом и не только поговорим сегодня в полный голос. Белорусский народ живет в мире, развивается, у нас работает экономика, строятся социальные объекты. И вот сохранив мир, сохранив свою независимость, как сказал глава государства, мы имеем будущее оптимистичное для нас. Республика Беларусь не только выстояла, но и прирастила еще свои возможности. А эти возможности связаны с открытием новых рынков, ну и с тем стабильным положением функционирования экономики, которое мы наблюдаем за вот этот период времени. Существенную роль в обеспечении мира и идей созидательного труда в нашей стране сыграла также дальновидная и хорошо продуманная стратегия внешней политики. Мы видим действия, уверенные действия нашего главы государства, внешнеполитического ведомства, правительства, показало то, что мы не находимся в изоляции. Один из самых важных факторов – это сплочение всего нашего общества вокруг нашего главнокомандующего, вокруг нашего национального лидера, президента Александра Григорьевича Лукашенко. Все это вкупе и дало те результаты, которые мы имеем к концу 2023 года. Сегодня у нас в гостях Наталья Владимировна Маковская, проректор по научной работе Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова, доктор экономических наук, профессор. Олег Леонидович Коропов, начальник отделения по Могилевской области Белорусского института стратегических исследований. Александр Григорьевич Горошкин, председатель Могилевской областной организации Республиканского общественного объединения «Беларусь», заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Могилев Лифтмаш», военный эксперт, полковник. И Дмитрий Александрович Роговцов, проректор по воспитательной работе Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова, кандидат политических наук, доцент, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Уважаемые эксперты, год 2023 заканчивается. Год действительно непростой и полный событий. Мы с вами в этой студии наблюдали, как стремительно меняется мир. И, пожалуй, именно в этом году начался очередной этап в новейшей истории человечества. Это касается и нашей страны. Как сказал президент Беларуси в своем послании к белорусскому народу и национальному собранию в начале этого года, никогда еще в новейшей истории мы не подходили к такой опасной черте, когда нужно уделить особое внимание суверенитету и независимости нашей страны. Именно условия сохранения суверенитета и независимости стали и главной темой послания, и задачей номер один на весь 2023. И вот почему. Давайте посмотрим. В центре решений, которые принимаем, стремление к сохранению мира, созидание во благо будущего Беларуси, социальная справедливость – это наши демократические ценности, истинные ценности. Скажу больше, это основа нашей национальной идеи, которая рельефно определила нынешнее время. И служить этой идее должны мы все – и словом, и делом. Особенно сейчас, когда на планете становится все меньше и меньше места для безопасной и достойной жизни. В стремлении к мирному созиданию, вопреки вызовам, которые ставит время, мы, белорусы, не одиноки. Мало кому нравится видеть, как искрит по линии Запад-Восток, как появляются новые разделительные линии и снова опускается железный занавес. Никто не хочет испытывать на себе последствия безумных и бесполезных санкционных войн. И это главное. Народы не понимают, как может быть совместима идеология глобального международного проекта устойчивого развития с такими достижениями современности, как небывалый голод,
эпидемии, нравственная деградация, разгул аномальных ценностей. Такого в мировой истории еще не было. Подобное развитие трудно назвать цивилизационным. Как и то, что мир тратит триллионы долларов на убийство людей и разорение государств, а не на созидание. Это глубочайший кризис. Кризис всеобъемлющий, многосторонний, во многом рукотворный на уничтожение конкурентов. Такого тоже еще в истории не было. Каким будет выход из него, пока неизвестно. Но все понимают, что философия мироустройства будет меняться. Мир будет абсолютно другим. В этом вся суть исторического момента. Уважаемые эксперты, уже можно говорить о том, что нашей стране удалось сохранить мир на своей территории, удалось сохранить суверенитет и независимость. А давайте определим, что же этому помогло, Александр Григорьевич. Ну, прежде всего, это продуманные, четкие, взвешенные и последовательные шаги нашего военно-политического руководства по проведению политики стратегического сдерживания. Это и укрепление собственных вооруженных сил, переоснащение вооруженных сил. Это и четкое взаимодействие и усиление взаимодействия региональной группировки войск Российской Федерации и Белоруссии. Это в том числе и размещение на территории нашего государства стратегического ядерного оружия. Это взаимодействие, четкое взаимодействие между всеми силовыми структурами Республики Беларусь. Ну и что я считаю как один из самых важных факторов, это сплочение всего нашего общества вокруг нашего главнокомандующего, вокруг нашего национального лидера, президента Александра Григорьевича Лукашенко. Все это вкупе и дало те результаты, которые мы имеем к концу 2023 года. Наталья Владимировна. Что помогло? Помог тот опыт, который приобрела экономика Республики Беларусь за последние 3 года, начиная с ковидных времен и по сей день. Этот опыт не только позволил контролировать и совершенствовать, я не побоюсь этого слова, рост ВВП, но и помог стабилизировать функционирование рынка труда, помог стабилизировать зарплатные отношения, помог стабилизировать, собственно говоря, и всю социальную сферу Республики Беларусь. Мы видим, что продолжается ввод и квадратных метров жилья. Мы видим стабильно действующую систему здравоохранения. Мы видим стабильно действующую систему образования. Поэтому Республика Беларусь не только выстояла, но и прирастила еще свои возможности. А эти возможности связаны с открытием новых рынков, то, о чем мы уже неоднократно говорили в этой студии, ну и с тем стабильным положением функционирования экономики, которое мы наблюдаем за вот этот период времени. Поэтому в совокупности все вот это позволило нам быть крепче и стать крепче. Олег Леонидович. Ну, я уже думаю, что любой здравомыслящий человек сегодня понимает, что бы было, если бы мы не удержали страну в 2020 году. Как говорил наш глава государства, пройдет время, и вы все поймете. Вы посмотрите, что сегодня происходит на Украине, где украинский народ цинично используется для достижения своих каких-то определенных геополитических целей. Причем за ценой никто... своих. Да, гегемонов, так называемых. Ведь 2020 год – это не только год событий в нашей стране. Это год начала коренной переустройства геополитического пространства. И мы видим, что событий еще будет много. Но белорусский народ живет в мире, развивается. У нас работает экономика, строятся социальные объекты. Мы живем в мире, когда сегодня в мире 200 конфликтов больше, чем 200 конфликтов. И вот, сохранив мир, сохранив свою независимость, как сказал глава государства, мы имеем будущее оптимистичный взгляд. Дмитрий Александрович. Ну, я бы хотел обратить внимание наряду тут с военно-политической, экономической, внутриполитической ситуации. Существенную роль в обеспечении мира и идей созидательного труда на нашей стране сыграла также дальновидная и хорошо продуманная стратегия внешней политики. Мы видим действия, уверенные действия нашего главы государства, внешнеполитического ведомства, правительства. Показало то, что мы не находимся в изоляции. Есть целые страны, сотни стран мира, которые готовы сотрудничать, которые рассматривают Республику Беларусь как полноправного
члена и субъекта международных отношений. И везде у нас двери открыты к нашему взаимовыгодному сотрудничеству. И Беларусь тоже отвечает соответствующей толикой. Мы также там, где к нам относятся по-человечески, где нас воспринимают как люди, где нет языка санкций, мы готовы развивать и сотрудничать со всеми, кто в этом заинтересован. И это тоже выступает одной из основ нашего поступательного устойчивого развития, обеспечения мира и порядка на территории нашей страны. Итак, главные вехи 2023 года определены. Несмотря на все угрозы и вызовы, Беларусь живет мирно и стабильно. Но это далось, согласитесь, непростой ценой. В 2022 с началом специальной военной операции наша страна не дала ударить в спину России. И Запад сразу же окрестил ее страной соагрессором, и началось. Экономические санкции, закрытые границы, милитаризация стран-соседок и особенно Польши. Именно это непростое время дало понять, как важно иметь верных друзей. И я прежде всего имею в виду, конечно же, Российскую Федерацию. Именно сегодня стало ясно, как велика роль и значение союзного государства. И вот, что об этом сказал президент Беларуси в Кремле на заседании Высшего государственного совета союзного государства в апреле этого года. Давайте посмотрим. Естественно, что с учетом текущего момента значение этого уникального межгосударственного объединения трудно переоценить. По совокупности достигнутых результатов за столь непродолжительный период наш союз по праву находится в лидерах среди других интеграционных объединений. Неудивительно, что многие наши наработки получили широкое развитие в смежных интеграционных объединениях на пространстве Содружества независимых государств. Нам сегодня, как никогда ранее, важно в полном объеме реализовать положение нашего договора об образовании сообщества Беларуси и России, подписанного в эти как раз апрельские дни, аж 27 лет тому назад, в 1996 году. Этот фундаментальный документ стал отправной точкой для дальнейшего углубления двусторонних отношений. И вы помните, мы уже с Владимиром Владимировичем подписывали договор о нашем союзе и строительстве союзного государства. Планомерно расширяя правовую базу взаимодействия, мы открыли широкополосные магистрали для активизации бизнеса, сотрудничество научных кругов, творческих коллективов, партнерство молодежных объединений, свобода передвижения граждан и капитала, равные возможности для образования трудовой деятельности – все это неоспоримое преимущество нашей интеграции в глазах обычных белорусов и россиян. Я это говорю, потому что часто люди, забыв уже об этом, считают, что это естественно, забывают, что ни одна страна в своих отношениях не имеет того, что мы имеем. Россия и Беларусь. Как сказал белорусский лидер, союзное государство – это уникальное государственное объединение, и именно, наверное, сегодня его значение действительно сложно переоценить. Наталья Владимировна, что же помогло экономикам России и Беларуси выстоять в условиях, но таких беспрецедентных, в принципе, драконовских санкций? Ну, во-первых, одна экономическая ментальность, которая на протяжении 27 лет следует со времен Советского Союза, когда была единая экономика и единое экономическое развитие. Одно, да, действительно, уникальное ментальное экономическое поведение. Мы ведь одинаково ментально мыслим с точки зрения экономики, с точки зрения потребления, с точки зрения формирования как доходов страны, так и личных доходов граждан. У нас с вами ментальное одинаковое социальное поведение. Поэтому вот эта вот уникальность, она и позволила выстоять. Ну и мы все время говорим о том, что и Россия, и Белоруссия в сфере экономического сотрудничества – это плечо друг друга. Поэтому плечо партнера, плечо вот такого экономического равноправного баланса в отношениях двух стран –
оно и позволило выстоять. Поэтому вот в этом залог и есть. А самое интересное, что сейчас многие экономисты, в том числе и западные, говорят, что санкции-то ударили больше по Западу и говорят, что сработала так называемая ловушка большой страны. Mm-hmm. Что это такое? Да. Да, ловушка большой страны – это абсолютно новое понятие, которым сейчас пытаются оперировать экономисты. Ну, посмотрите, в экономике есть такое понятие и такой процесс, как эффект масштаба. Чем экономика масштабнее, тем ресурс, который она предлагает на рынке, он дешевле. Поэтому те страны, у которых нет этого ресурса, она попадает в зависимость вот от этого эффекта масштаба, вот этого экономического лидера, в данном случае России. Поэтому Россия за счет своего эффекта масштаба, она просто, ну, поглощает страны, у которых нет тех ресурсов, которые есть у нее. Поэтому вот и есть смысл вот этого... Ловушка большой страны. Наталья Владимировна, а как же сработала белорусская экономика в 2023 году? Белорусская экономика сработала, в общем-то, неплохо. Конечно, уже сейчас можно сказать о том, что мы выдержали в этих санкционных условиях, выдержали, во-первых, тем, что цены абсолютно в том формате, в котором планировали, они остались. Мы выдержали в рамках того, что наши социальные гарантии и социальные приоритеты, каковыми были, такими и остались. Мы выдержали и даже, я бы сказала, больше шагнули не на шаг, а на два вперед, на те рынки, о которых в свое время мы даже не думали. Поэтому, подводя итог вот этого года, экономического года, можно сказать о том, что мы не то что выдержали и не то что выстояли, мы наоборот увидели новые путеводные звезды, по которым мы пойдем дальше. Поэтому я бы сказала вот так. Вы знаете, в этом году была проведена большая работа по реализации союзных программ. Практически на 95% все мероприятия выполнены, и экономисты посчитали, что это даст. А это даст плюс каждой стране, и России, и Белоруссии. Так, Белоруссии это даст плюс дополнительно 2% к ВВП. Это даст возможность снизить инфляцию, снизить безработицу, создать рабочие места. Главное, миллионы рабочих мест, причем как в России, так и в Беларуси. Вот главный итог. Александр Григорьевич, военно-политическое сотрудничество наших стран также стало более тесным. Давайте же вспомним, что нового появилось в этой сфере, где, скажем так, вот стали еще более тесные точки соприкосновения. В одном из своих интервью наш глава государства сказал, что пример в нынешних условиях Союза Беларуси и России – значит, как идеальная возможность сосуществования двух государств, у которых у каждого государства свои национальные интересы. Но что самое главное, мы схожи в одном. Нет ничего более важного, чем обеспечение вопросов национальной безопасности. И вот здесь, как Россия, так и Беларусь, мы абсолютно идем в одном формате, понимая о том, что кроме нас, наши народы, наши страны никто не защитит. И в этом направлении происходило развитие вот именно военно-политического союза между нашими странами. Мы сейчас ввели такое понятие, как территориальная оборона. Мы ввели такое понятие, как народное ополчение. Зачем это? Это все для того, чтобы было понятно нашим соседям, нашим друзьям заокеанским, о том, что в случае вооруженного конфликта воевать будет не армия, не вооруженные силы, воевать будет народ. И как говорил классик, армия проигрывает или выигрывает бой или сражение, а войну выигрывает или проигрывает народ. И вот мы тем самым показываем, что белорус, он готов защищать свою семью, свой дом, свою страну. Дмитрий Александрович, наша страна на 2024 год продлила без виз для Польши, Латвии и Литвы. Чего не скажешь о наших соседях, потому что их поведение, ну, скажем так, несколько некорректно. Всего они боятся, что вот какой-то мнимой агрессии от союзного государства. Это действительно страх или это что-то другое? Я думаю, скорее всего, это страх, скорее всего, мнимый. Он детерминирован в первую очередь ситуацией и интересами их гегемона, Соединенных Штатов Америки. Потому что мы стоим на позициях добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Мы открыты, белорусы щирые, гостеприимные, нация. Пожалуйста, приезжайте к нам, смотрите, что мы не готовимся к никакой войне. Мы готовы сотрудничать, дружить, развивать экономические связи, личные, социальные связи. Пожалуйста. Но, будем так говорить,
Республика Беларусь и Россия некоторыми политическими силами, тем более, которые сейчас находятся у власти, особенно, хоть в Польше изменилось, но там, будем говорить, риторика не сильно поменялась, mm-hmm. потому что пришел... И политика. Да, и политика не сильно поменялась. А в странах Прибалтики мы видим, остались те же самые политические силы, которые действуют на принципах русофобии и белорусофобии, я бы отметил в этом отношении. Из нашей страны пытаются сделать непонятно кого. Вы не зря упоминали, что на Беларусь повесили ярлык соагрессора. Mm-hmm. Вот этим ярлыком соагрессора ребята из Риги, Вильнюса и Таллина пытаются вбить в головы своих граждан, что проблемы внутриэкономические, социальные проблемы, которые сейчас как ком накапливаются в странах Прибалтики и той же самой Польши, это не проблемы, связанные с деятельностью соответствующих партий, а это якобы виновата Россия, Беларусь и так далее и тому подобное. Поэтому в этом отношении это искусственно созданный страх, это манипулирование сознанием. Мы видим, идет красивое манипулирование сознанием с конкретными целевыми аудиториями в странах Прибалтики и Польши для того, чтобы дальше строить вот эти вот границы, заборы в Европейском Союзе и реализовывать принципы всякой империи, которые американцы все считают, принцип «разделяй и властвуй». Вот что сказали американцы не так давно, что они сейчас после смены руководства польского хотят видеть во главе Европейского Союза Польшу, а не Германию. Ну, вы знаете, что сегодня западным политикам, которые есть сегодня у власти, им же сложнее удерживать и объяснять населению, для чего они тратят миллиарды на помощь не только Украине, вооруженным конфликтом в мире. Для чего население должно отказываться от определенных социальных благ, к которым они привыкли. Но и рейтинги, вот последний рейтинг по канцлеру Шольцу показал, что его практически не поддерживают уже 75% населения. Это самый худший рейтинг в истории Германии. Ну, мы об этом говорили. Поэтому надо страшилка, надо запугать, что мы тут варвары и придем. Хотя, естественно, нам это абсолютно не нужно. Нам свои, как говорит президент, территориями разобраться. И как эту страшилку элементарно разбивает наш глава государства, наше правительство. Они заборы строят, а мы без визы вводим. Да. Ну, пожалуйста, приезжайте, смотрите. Проводятся учения. Мы говорим, пожалуйста, приезжайте на учения, смотрите, чему учатся вооруженные силы. Ни одного приглашения не принято. Потому что им это не надо. Им проще запугать народ, конечно, держать его в страхе. Совсем недавно прошел сюжет. Сюжеты на западных телеканалах, тоже в германском, где показали, что закрыли заводы по производству труб для газа проводов. Совершенно и верно. Надо же людей пугать, почему они покупают дорогой СПГ, сжиженный природный газ, чем поставлять дешевый, доступный российский вот природный газ. Вот о чем говорили, да? Ловушка большой страны. Да, я только хотела про это сказать. Поэтому эта страшилка, она оборачивается против экономик тех стран, которые запускают вот такой тренд, вот такого запугивания. И опять мы неоднократно в этой студии говорили о том, что те экономики и те государства, которые все-таки пытаются зарабатывают за счет военно-промышленного комплекса, все эти заработки, они, конечно, не всегда на политическую руку политических элит тех стран, где запускаются эти страшилки. Поэтому всегда надо понимать и помнить, что базисом является экономика. Все пытаются хотя бы на чем-то заработать. Если слабые экономические системы, слабые социальные системы в странах, где пытаются вот эти страшилки запустить, там, конечно, запускаются военно-промышленный комплекс как инструмент зарабатывания денег. Тогда нужны локальные войны, тогда нужны локальные конфликты, ну и тогда нужна соответствующая военно-политическая идеология. Уходящий год показал, что у Беларуси много друзей и партнеров, причем по всему миру. И если Запад закрыл для нас двери, то глобальный юг их гостеприимно распахнул. Ну и среди них, конечно же, Африка. Здесь сначала взаимовыгодному и справедливому партнерству положил визит президента Беларуси в Зимбабве в начале этого года. Давайте вспомним, как это было. Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие. Вы должны помнить, нас разделяют немалое расстояние, но мы готовы всегда помогать вам. Мы готовы принять вашу помощь. Мы готовы вам подставить плечо в любое время, в любом месте, решая самые сложные
проблемы и задачи. Этот год будет для вас непростым. Я рад видеть вас оптимистами, но не расслабляйтесь. Они не дремлят. Они всегда будут вас качать и пытаться поставить на колени. Потому что вы обладаете несметными богатствами. Господь вас одарил так, как ни одну другую страну. Берегите это для собственного народа. Белорусам я часто желаю жить своим умом и держать голову на плечах. То же самое могу сказать своему дружественному зимбабвийскому народу. Думайте своей головой. Не поддавайтесь ни на какие посулы. Этот год для вас, можно сказать, решающий в этом бурном мире. Сохраните единство и безопасность свою и ваших детей. И тогда будут тракторы, сельское хозяйство, золото, алмазы и хлеб. Уходящий год показал, что все больше стран Черного континента просят западное государство на выход и закрыть дверь с той стороны. Яркий пример – это Нигер. Мы его обсуждали здесь в студии. А вот с Белоруссией и Россией они готовы сотрудничать. Дмитрий Александрович, в чем причина и того, и другого? Ну, во-первых, надо отметить тот факт, что Африка, страны Африки, народы Африки имеют уже много столетий опыт так называемого сотрудничества, да, взаимовыгодного сотрудничества с цивилизацией европейской, да, с белыми людьми. Именно данная Франция, Испания, Великобритания, они показали африканцам, как говорится, лицо европейской цивилизации, когда люди уничтожались, изгонялись из своих территорий, их полезные ископаемые на их территории покупались за копейки, перепродавались, и эти люди ничего не получали. Такая же политика была развита, извините, в Латинской Америке. Я считаю, сформировалось целое поколение, которое сейчас находится, представляет экономический, политический истеблишмент стран Африки. Они просто-напросто делают правильный вывод о том, что, извините, ребята, а за чей счет банкет? За чей счет благополучия Великобритании, Франции, Соединенных Штатов Америки, ну и так называемой Старой Европы? И тут есть страны, Советский Союз, Беларусь, как тоже часть Советского Союза, и тем более наш президент всегда выступает, то, что внешняя политика Республики Беларусь строится на принципах равноправия, многовекторности, взаимовыгодного сотрудничества, готов с открытыми руками, да, в объятиями развивать взаимовыгодное сотрудничество для, например, зимбабвийского народа, кенийского народа, так и для Республики Беларусь. В то время как западные страны все равно исходят с позиции двойных стандартов. Они всегда ищут возможность, как нагреть руки на богатстве, на людских ресурсах, на материальных, на природных ресурсах той или иной страны. Поэтому надо отдать должное нашему президенту, его стратегическому мышлению о том, что Африка – это кладезь не только природных ресурсов, это и возможность для действительно развития кластера для наших промышленных предприятий. Вот это вот комплекс всех первопричин, основы заставляет и открывает двери для нашей страны, а для стран Западной Европы и Северной Америки эти возможности наконец-то восторжествует историческая справедливость, прикрывается, либо их заставляет платить реальные деньги за то, что они пользовались раньше, извините, как говорят в народе, на халяву. Халява закончилась. Еще один важный стратегический партнер Беларуси – это, конечно же, Китай. Связи наши государства давно поддерживают, более 30 лет. Что же для наших стран дает вот это сотрудничество с Китаем? Ну, безусловно, Китай сегодня один из ведущих торгово-экономических партнеров. И причем не только партнеров, это партнер в том числе и на международной арене. Вы посмотрите, вот те же визиты в Южную Америку, в Экваториальную Гвинею, визиты на Юго-Восток. Они же все и потом были консультации с Китаем. Ведь мы вместе можем действительно много сделать на других континентах. Китай доказал, что он принес технологии, инфраструктуру в Африку. Мы можем принести туда сельскохозяйственные технологии. Кстати, группа ученых, 10 ученых Академии наук, сегодня находится в Экваториальной Гвинее, и они разрабатывают технологии, что можно там выращивать, тех, а там же пустыня, мы понимаем. И если нам удастся предложить путь сельскохозяйственного развития Экваториальной Гвинеи, это будет
наш глобальный скачок на континент. И тут помощь Китая вместе в решении этих глобальных проблем, она тоже важна. Но и, конечно, наши экономические связи, культурные, да, уже и человеческие связи, они очень важны. 2023 год запомнился, к сожалению, и продолжением вооруженного конфликта на Украине. 4 июня украинскими властями было анонсировано контрнаступление. Александр Григорьевич, как вы можете прокомментировать нынешнее положение в ВСУ и ход контрнаступления? К сожалению, для украинского народа, ну, не было у них такого гениального лидера, как наш национальный лидер Александр Григорьевич Лукашенко, который предупреждал их о том, что вам нужно, чем раньше, тем лучше сесть за стол переговоров. Ведь все ваши потуги и все обещания ваших западных друзей о том, что вы воюете, а Запад вам поможет, вот сейчас он уже выходит на поверхность о том, что ни о какой помощи и в интересах Украины там речь не велась. Сейчас эти краники уже начинают потихонечку закручиваться, и мы можем сделать вывод о том, что вот этот так широко и активно анонсируемый так называемый контрнаступ, он практически уже... Маринка, да? Да, завершен. Мало того, что там нет никакого стратегического улучшения с точки зрения положения войск, а там есть только одни потери, как людские, так и техники. А российская армия, наоборот, она день за днем методически улучшает свое положение по линии фронта. И это все как раз ведет к тому, что, наверное, сейчас, ну, я надеюсь на это, очень надеюсь, что в ближайшее время у президента, во всяком случае, Украины, все-таки проскользнет мысль о том, что нужно садиться за стол переговоров, дабы не усугублять эту ситуацию. Ну и мы все прекрасно понимаем, что эта мысль должна, наверное, проскользить не только у товарища Зеленского или не товарища. Эта мысль должна у тех кукловодов, которые им руководят, в первую очередь. Но они только в том случае дадут эту команду, когда увидят о том, что, ну, уже выкачать, по большому счету, из этого конфликта они ничего не смогут. И Российскую Федерацию, как бы они ни хотели поставить на колени, им это не удастся. И вот тот конфликт, который сейчас назревает, заложенный, и о нем, да, говорят, да, между военным руководством Украины и политическим руководством, он набирает обороты, поскольку военные уже давно поняли о бесперспективности того, что они там... Да, они говорят об этом, они что зашли в тупик, уже, все. Совершенно верно. Те же самые охранники, да, уже последний пакет помощи, да, американской, и как-то с военной помощью, ну, проблемы. Ну, хотел бы развить тезис моих коллег. Мы видим, что Зеленский, да, политическое руководство Украины противопоставляет себя и армии, и народу. Мы видим, постепенно нарастает социальная напряженность, недовольство призывом действий сотрудников ТЦК. Но давайте вернемся к первой причине. Все до сих пор информация ходит о том, что решить проблемы можно было еще в 2022 году, Стамбульские соглашения. Но мы видим, что Зеленский, Ермак, или Зе-Ермак, как некоторые пишут, украинские телеграм-каналы, отказались этого делать. Во имя чего? Во имя спасения политической карьеры Бориса Джонсона, который хотел замять свой ковидный скандал с ковидными вечеринками у себя на Даунинг-стрит 10. И, как видим, украинцы стали заложниками ситуации. И это подчеркивает о том, что украинский президент действующий – это кукла, это марионетка, которая активно используется. И он во благо или в интересах карьеры конкретного зарубежного политика положил сотни тысяч жизней своих сограждан, своих соплеменников для того, чтобы хайпануть, быть в центре внимания, поездить по миру, по Соединенным Штатам Америки и показать, что он якобы украинец, как у него написано на английском языке, Украина, на его майке. Да? То есть стоит такие вот вещи. Но интересы украинского народа, да, к сожалению, попраны, никто не читает. И территориальной целостности даже сейчас ставится вопрос вообще о существовании государственности, да, ну, Украины. Вот наш президент буквально на днях сказал о том, что самый подходящий момент – это 2024, чтобы завершить этот конфликт, иначе крах. Можно еще ослабить и Германию. Ведь откровенно это США уже сказали, что давайте-ка, Германия, подключайтесь, мы вам передаем, можно сказать, Украину. Шольц под козырек в два раза на следующий год увеличивает миллиарды финансирования. 3,5 миллиарда Европейский фонд мира перечисляет. Поэтому на войну. Европейский фонд мира. Мы собираем на благие дела, на памятники, на социальные объекты, а там война. Налог дополнительный. И налог. А может, это просто как способ
американцев сделать хорошую игру, или как там, красивую мину при хорошей игре. Смысл в том, что им надо как-то с этого конфликта, уже, с этой ситуации выйти. Ну и вот, да, передают Европу, но Европа не смогла, а у нас другие актив. Интересы. Все. Безусловно. Да, во-первых, в любом случае не ослабят Европу. Да. А что именно? Это одна из главных целей. Россия на колени не стала. Конечно. Ну, давайте мы, говоря о экономике финансовых потоков, просто поймем, что Украина экономически и геополитически, похоже, Америке уже просто стало неинтересно. Невыгодно. Там уже невыгодно. Деньги стали, наверное, больше закапываться туда, нежели, ну, простите, отмываться. Маржа уменьшилась. Мы уже все утилизировали, а новые заказы есть другие страны на 10 лет расписаны. Зачем? В уходящем году Украина отметилась и агрессивными выпадами в нашу сторону. И особый резонанс вызвал инцидент с российским самолетом на аэродроме в Мачулищах. Все мы это помним. Диверсию устроил украинский шпион, который был завербован СБУ, читай, ЦРУ. Помогали ему пособники из беглых и местных экстремистов. Давайте вспомним, что сказал президент Беларуси по поводу беспрецедентных действий Киева на территории нашей страны. Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Это я вам говорю как президент. Гнида он потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил, давайте заключим пакт о ненападении. Давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем. На что я говорил, мы не собираемся нападать. Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете. Я говорю, ну вы слышали мои все эти заявления. И в это время... Ну что ж, вызов брошен. Если они рассчитывают, я же ведь знаю, что они нас хотят тянуть в войну по команде американцев. И если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь. Мы все помним, что вот эту вот экстремистскую сеть накрыли наши спецслужбы, и там сдавали и родственников, и друзей, и знакомых. Это было, конечно... Очень неприятно наблюдать, и все мы помним, как сработали четко наши спецслужбы при предотвращении терактов на 9 мая, которые готовились в Беларуси. Тут всего не перечислишь, да, и этот терроризм в Гродно и так далее. И везде засветились и беглые, и местные экстремисты. Уважаемые эксперты, а на что они рассчитывают, эти люди? Это не 20-й, простите. А на что им еще рассчитывать? Ведь мы же видим, что те, кто уехал сегодня, имеют проблемы с работой и с какими-то социальными благами. Их, даже в Литве они уже сегодня к ним очень настороженно относятся. А, естественно, в любой момент их для того и скажут, что давайте-ка, ребята, вот недаром же, помните, глава КГБ говорил, что всем хоругви сегодня в Польше, которые готовят вот эти националистические силы, которым потом скажут, идите-ка, освобождайте свою родину. Вот на что они рассчитывают? Вот на это и рассчитывают, что их используют, как и украинцев, как и вот этих вот террористов, которые были. Вот для этого они нужны там, только для этого. Ну, наши силовики предупредили пятую колонну, дойдем до каждого. И, по-моему, свое слово они держат. Слово держат. И действия наших силового блока вот в тех условиях, когда вот только эти акты какие-то там пытались провести, а какие-то были проведены. А сколько их было не проведено, только по одной простой причине, что 20-й год, да не только 20-й год, и уже с 22-го года наш силовой блок, он не почивал на лаврах, он активно учился. Мы понимали, что нас в покое не оставят. И вот как результат, четкие сверенные действия, когда все, в каких бы там норах они ни зашивались, где бы там они... В конторках, так, точно, ячейках. Кем бы они там ни прикрывались, все равно их всех, как этих тараканов, из-под плинтуса достают оттуда и выводят на свет Божий, потом они начинают лить крокодили слезы. Поэтому я хотел бы сказать, что вот эти вот действия, они каким-то образом показали всему миру о том, на что способен силовой блок Беларуси. Но не дадим мы раскачать нашу страну, если уже мы не дали в 2020 году ее поставить на колени, то сейчас, когда люди поняли цену мира, благодаря нашим соседям и так называемым друзьям, мы уже от этого не отойдем.
2023 год мира и созидания оправдал свое название, несмотря на достаточно сложную обстановку вокруг нашей страны, на все эти вот угрозы и вызовы. Олег Леонидович, а каким он был для Могилевской области? Ну, вы знаете, тут надо с чем сравнить. Мы начинали 2022 год до этих специальных мероприятий, до этих событий, до этих санкций хорошим темпом. Если вот я по памяти помню, в январе внешний торговый оборот Могилевской области с миром составил 142% плюс. Это тоже одна из причин, что никому не нравятся развивающие нормально страны хорошими темпами. И, конечно, потребовалось время на определенную адаптацию к этим условиям. И к концу года мы выходим с устойчивой позитивной динамикой роста всех макроэкономических показателей, как в стране, так и в области. А кроме этого, мы не сократили ни одну социальную программу. Посмотрите, сколько в этом году сделано доброго и хорошего. Развязка транспортная в Могилеве, и новые здания онкологического диспансера, инфекционные больницы. 246 тысяч, по-моему, квадратных метров жилья построены. То есть работаем, живем и развиваемся. Следующий год в Беларуси объявлен годом качества, и только от всех нас зависит качество нашей жизни и будущих поколений. Уважаемые гости, уважаемые эксперты, что бы вы хотели пожелать в наступающем 2024 году своим родным, своим коллегам и, конечно же, нашим зрителям? Ну, я бы хотел, уважаемые сограждане, соотечественники, друзья, поздравить вас и пожелать в новом 2024 году, ну, важное, здоровье в первую очередь, мирного неба над головой, это не звучит голословно, это действительно важно. Ну и прежде, чтобы ваши мечты сбывались. Но прежде всего, как анонсировался 2024 год, это год качества. Мы знаем, что 25 февраля 2024 года нас ожидает единый день голосования. Но давайте мы с вами качественно придем 25 февраля на избирательный участок и сделаем осознанный выбор для того, чтобы наша страна в 2024 году и последующие годы получила соответствующие законодательные органы, где будут работать эксперты и патриоты своей страны. И органы местного самоуправления Могилевской области были сформированы для того, чтобы удовлетворять интересы нас, жителей Могилевской области. С наступающим вас праздником! Всего вам наилучшего! Хотел бы поблагодарить организаторов этой программы за то, что имеем такую замечательную возможность сегодня поздравить всех наших земляков с наступающим Новым годом. Пожелание традиционное. Пускай 24-й год, конец 24-го года, мы будем иметь возможность встретить за таким же обильным и хлебосольным столом, как 23-й год. Пускай на наших улицах будет тихо, мирно. В домах тепло и уютно. Уважаемые земляки, с наступающим вас Новым годом. Всего вам самого доброго. Вы знаете, совсем недавно был опубликован один такой мировой рейтинг, интересный, который говорит о уровне интеллекта населения той или иной страны. Так вот, Беларусь заняла первое место в Европе и седьмое в мире. Беларусы, мы уникальные, мирные, добрые люди, способные трудиться и работать. Я желаю каждому в новом году сделать шажок в улучшение качества своей жизни, своих взаимоотношений, качество жизни в стране, в своем любимом городе. Ну и будьте счастливы. Дорогие мои коллеги, дорогие мои любимые, близкие, родные, дорогие земляки-белорусы, от всей души позвольте вам пожелать мира, добра, благоденствия, гармонии в каждом, в каждой душе. Будьте хранимы Богом, любите своих детей. Дай Бог всем нам спокойного и мирного неба. В этом наша сила. С Новым годом и Рождеством! Ну, а я могу только присоединиться к искренним пожеланиям наших уважаемых экспертов. Счастья, мира, любви, здоровья. И мы с вами встретимся уже в следующем году, в следующий четверг, чтобы поговорить о важном в полный голос. До свидания. С наступающим!